Главные герои нового летнего турецкого сериала с названием «Светлячок» никогда не должны были встретиться, ведь барыш вращается в кругах юристов и адвокатов. Он успешный турецкий правозащитник, а ослы – девушка, которая работает в службе такси, чтобы свести концы с концами и прокормить семью. Их жизни такие разные, однажды пересекутся, и зрители узнают, почему ослы прозвали «Светлячок», и сможет ли образованный и обеспеченный человек связать свою жизнь с просто турецкой таксисткой. Посмотреть очередную третью серию сериала «Светлячок» с русским переводом вы сможете уже 15 июля 2017 года. Всем спасибо за внимание, до встречи и пока!